А що ж добрий? Ви знаєте, самі заплющуються очі, цьому, Тому що ця українська словожанська сопілочка знову ж таки каже про те, що 21.00 я Ігор Діденко, Що вітаю всіх, хто приєднався до прем'єрного показу на каналі Харків Нау. Нової серії із циклу Харків, місто героїв, Харківщина, Край героїв. Нагадую, що вкотре з самого початку я хочу подякувати громадському об'єднанню Харківська Регіональна фільмкомісія за надані матеріали. Вкотре я хочу звернутися до всіх, хто хоче допомогти місту герою Харкові, харків'янам, харківщині. Скануйте QR-код. за посиланням в описі. Ви зможете знайти всі реквізити благодійної фундації ігора Єденка. Чекаємо на вашу е, допомогу грошима. Ну і знову ж таки, Ютуб полюбляє що? Абсолютно тиць, тиць, колокольчик і коментарі. Мені здається, що в нас з кожного разу з'являється саме в етері тема для обговорення. І людина, яка сьогодні вже проанонцована, людина, яка е, збирає найбільше поки що переглядів е, по відео на нашому каналі. Людина, яка найбільш очікувана. в эфире и в студии. мной особенностью. Людина, нам знакома. Людина, яка сидит поруч. Чему-то злого. Макс Розенфельд. Привет, дорогой. привет дорогой Город героев Харьков. Я очень искренне рад, искренне рад, что вот есть такой резонанс по тому материалу, который у нас появляется в эфире. Есть такой резонанс, который отражен не только в просмотрах, отражен в комментариях, отражен в обсуждениях, отражен в глазах и... Разговорах людей, которых я встречаю лично на улице. Uh -huh. ну, давай вот прежде чем двинуться дальше, уже довольно такой большой цикл у нас прошел. Какой у тебя фидбэк, какая обратная связь по тому э, твой личный, вот э, по твоим личным трансформациям и некие там внешние друзей, близких людей или незнакомых людей? Вот такой вопрос, Игорь. Отлично. В смысле прекрасный, в смысле замечательный вопрос. Я, никак не... Я значит... думал, как бы так тебя подвести к тому, чтобы ты мне такой вопрос задал. Я честно скажу, вот на камеру скажу, что вот мы как-то так не договорились по поводу того, что он должен мне этот вопрос, Игорь должен мне этот вопрос задать. Я прошу вот... прощения, вот видите, программа еще не началась, а я уже что-то должен разонфировать. Нет, ты уже молодец. Ты просто уже молодец. Вот, как ты так говорил, синергия какая-то происходит. Вот, короче говоря, я хочу сказать, что вот по поводу этой обратной связи, действительно, один из, как сейчас принято говорить, крайних, а не последних сюжетов. Это в авиации принято говорить. Ну, ты же авиация Из авиации, да. Один из крайних сюжетов, это была улица Героя Мироносецкая. Угу. И очень резко, очень бодро оно набрало лидерство по просмотрам. Угу комментариям, причем надо зрителям сказать, что кроме того, что на непосредственно на Харьков.нау выходят все и сюжеты, и эфиры, они дублируются и на моем YouTube-канале, мы об этом самом деле Они не дублируются, они, ну, они ну, публикуются. Публикуются, да, да. И в том плане, что если просуммировать просмотры, лайки, комментарии на двух этих каналах и собрать это воедино, то как бы действительно получается большая обратная связь. И я как бы ну, отреагировав на эту обратную связь, я как бы очень, с одной стороны, обрадовался и в то же время очень расстроился. Почему ты расстроился? А расстроился я тому, что во мне иногда, знаешь, начало вот возвращаться то, что то, чего я в себе не любил до войны, то, что ушло, чему я страшно обрадовался в самом начале войны, а это, вот то, что было, то, что мне нравилось, это зависимость от чужого мнения, да, вот а -а -а. чтобы была обратная связь, была реакция, чтобы угу. нас похвалили, как бы мы классно сделали сюжет, чтобы людям это нравилось. И я понимаю, что как я не пытался, я, кстати, надеюсь, что одним из твоих гостей будет и мой друг, и, можно сказать, даже учитель Евгений Ильич Комаровский. Теперь ты мне должен. Почему? Ты что, надеешься? А, хорошо, да, да, 1 -1. 1 -1. Я, я согласен, один-один. Вот. И когда-то, сколько-то лет назад, я у Евгения Олеговича спросил, вот, а как он с этим поступает, Вот как он уже с его-то как бы, известностью, публичностью поступает с тем, что ну, бывают там негативные комментарии, вообще какие-либо комментарии, как uh -huh. он может сделать себя независимым от внешней оценки, от чьих-то суждений? Он говорит, никак, Макс, никак, я нормальный человек, я на все это ведусь, реагирую абсолютно точно так же. И я вижу и видел, как это действительно с ним происходит. И тут я понял, что мне настолько, как бы это так поприличнее сказать, все равно, индифферентно теперь стало на чье-либо вообще мнение, кроме своего собственного и собственной совести, что я расстроился, что я опять начал вестись на вот это подсчет просмотров, комментариев всех этих вещей. І обрадувався, що цього мені вистачило дуже ненадовго. А ні, мені насамперед пофіг, що, що скажуть, то що думають, то як прореагують. Наприклад, був такий один коментар, навіть не один був коментар, що хлопці, приходьте вже на українську мову докільки, скільки можна вже, е, популяризувати і рекламувати російську мову. Спершу я так дьорнувся так, звісно, в мене чудово, ви ж чуєте, в мене чудова українська мова. Я можу розмовляти українською дуже. Лагідно. Навіть ти ти, 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 ти вивчив виключно цю фразу? Чи... Ні, що а? ти таке кажеш? Я нормально навчався в своєї рідної школі, Добре. в мене українська мова була, Все. на відміну Супер. від деяких моїх однокласників, але, які за але, змагалися. Згод... Але я так розумію, але, що виникло якесь але. але в мене оце почуття, що сказати дійсно, я можу, я навіть хочу українською розмовляти, а тут таке чувство протесту. Угу. Ти в мене будеш ще казати, якою мовою мене розмовляти. Ти в мене будеш батьківщину навчати, як любити. Угу. А ти не чхати, не чхати на твою думку. Просто, я, я Якщо ця людина, яка угу. це коментувала, почує це зараз у е е етирі в ефірі, вона може образитися на мене за те, що я так ставлюсь. Але це не до неї навіть. Це угу. до свого внутрішнього внутрішнього голосу, тому що мені саме цікаве. І з, з, з огляду на це я дійсно е зрозумів, що Мені здається, що те, що від нас чекають глядачі, і те, що цікаве, мені особисто, що знімати про що розповідати, це різні речі, угу. тому що багато хто з нас, хто дивиться, наприклад, якщо брати цей ефір про Мироносівську, це люди, які виїхали, як ти казав, евакуювалися з Харкова. Вони виїхали, це органічно не я казав. Органічно перейшли на українську мову. Перейшли зовсім Я, це. Не я запропонував, це теза, так термін так. термін військового стану. Я тобі дуже вдячний за те, тому що для мене це було ну якесь ем, відповідь на мої внутрішні питання. Ну, це як... спроба <проб> все ж таки лишатися в мирному житті. Так, так. Навіть на наївні на, на термінології. І, е, е, чому, на мій погляд, всі, хто дивився і так е, реагував на е, 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 історію про Мироносівську <проб> вулицю, чому це був такий дуже великий відклик, як це сталося? Тому що людям, які... Евакуювалися, їм дуже важливо побачити таку звістку, привіт з рідного міста, з рідної вулиці. Це побачити як би то своїми очима, але нами як засобом це побачити uh -huh. зробити. І я зрозумів, їм це дуже важливо, а мені зовсім інша історія цікавить. І я тобі це не казав, але це є навіть підводкою до того сюжету, який ми зараз подивимося. Що дозволиш один коментар? І Давай uh -huh. я вирішив, що мені від. Фіксації будинків, прильотів чи не прильотів, тому що в нас вже були е, історії, які не такі трагічні, воєнні, а зовсім інші історії. Угу. Мені цікаво м, перейти від будинків, вулиць і міста до людей. Знову ж таки, не, навіть не місто героїв, а місто людей. Тому що людина мені цікавить набагато більше, ніж стіни і каміння. І це дуже різні люди, і тому кожна наша. Я так сподіваюся, кожна наша історія майбутня вона особ... вона має в неї обов'язково має бути людина. Людина, який, якщо навіть він не герой, він герой нашого часу. Це... І це дуже важлива історія. Мені цікаво спілкуватися з цими людьми, дуже різними людьми, справжніми героями. У нас мають бути і у нас є. Історії про лікарів, які не поїхали з міста, які залишилися в місті, які залишилися зі своїми хворими, з пацієнтами, з лікарнями. І це такі герої, що мені здається, це має бути великий цикл передач про них, про, про лікарів і взагалі про медицину в, в воєнний час. Це пожежники. І це, ну, я навіть коли ми писали це не сьогоднішній ефір, у нас буде цей ефір. Ми писали цю історію про пожежників. Я розумію, що ну. Цих людей треба цілувати, тому що оце герої, справжні герої. Uh -huh. Але й люди, які просто проживають все це, все це явище, війна, своїми емоціями, своїм, ну, вони не підго... ми Всі не підготовлені до цього виклику життя. Uh -huh. Вони всі герої нашого, нашої передачі «Місто героїв. Uh -huh. І мені цікаво про людей. Зараз і наша сьогодні, сьогоднішня історія, вона в неї є дійсно в ній будинок, один будинок, в неї є історія цього будинку. Але для мене все ж таки більшою мірою, це перша частина нашого сьогоднішнього ефіру з тобою. Це про людей, про людину. Угу. Я хочу звернутися до тебе до людини. Давай до попросту о том, що тебе мотивірує, ти на чомусь я почав, ну как бы... фиксировать, ты следишь за просмотрами, следишь за чем-то еще, включается азарт, а следующий сюжет должно быть больше, а потом он пропадает, и ты начинаешь зависеть от этого отслеживания постоянно. У меня такая же история была с одним из стихотворений, которое я публиковал в Фейсбуке, mm -hmm. оно суммарно набрало миллион просмотров. В Фейсбуке, Ютуб. Нет, в Фейсбуке видео. Mm -hmm. вот, и я ж типа, следующий должен быть еще больше, еще больше, а потом он не получается, ты расстраиваешься, а потом по мудрому совету одного моего друга вот эта конструкция не работает, пока ты ждешь, ну, некой внешней мотивации, связанной с поощрением. Mm -hmm. Это некое поощрение, поэтому ты просто заходишь в свой график, я это делаю в такой-то периодичности. Если я сделал два, я красавец. Если я сделал один, молодец. Если три, то я супергерой. А дальше будет как будет. Слушай, можно я тогда Прежде чем мы эфир запустим, ну, в смысле, не эфир, а ролик. А я могу тебе не разрешить? Э, ну, можешь попробовать, по крайней мере. Тогда можно. <laughs> можно. А, я хочу рассказать одну харьковскую историю. Раз у меня репутация экскурсовода, гида, рассказывателя истории, я эту историю расскажу. А, это правдивая, кстати говоря, история, ничего такого мифического в ней нет. Был такой в Харькове человек, очень важная личность, медийная личность, это был редактор самого-самого влиятельного издание в городе, которое называлось Южный край, это дореволюционный период. Конец 19-го, начало 20 века. Южный край это была ну, настоящая, вот это какая четвертая, пятая власть, журналистика. Какая она там власть? По счету, потому что действительно Сан Саныч Юзефович, этот человек, он был делателем политиков, делателем городских и не только городских функционеров. В общем, на тот момент это был не Харьков Нау, это было вот все, вот медиа-холдинг Южный край, который лучший свидетель жизни конца 19-го, начала 20 века. Я запомнил. И в общем, в этой всей истории у меня есть вредная привычка щелкать пальцами. Я больше этого делать не буду. Поклялся в эфире вот буквально перед всеми. Я прошу прощения, кто взял на себя оценку, оценивает ты щелкивание. Меня не мотивируют. Профессионалы. Ага, так вот, с тобой с... опять разговаривал Юр. Внутренний голос. У внутреннего голоса меняются имена собственные, но он все равно присутствует у меня в ухе и в душе. Так вот, Сансанович Иозефович был очень богатый, влиятельный знаменитый человек, вот селебрити номер один в Харькове, и не только в Харькове, а в целом регионе, ведь газета называлась «Южный край». Ну, для харьковчан понятно, потому что, например, дворец бракосочетания на Сумской это загородная дача Сансаныча Юзефовича, а это дворец уже тогда был. А, собственно, редакция и квартира у него была комиссионная на Сумской, это Сумская 13, или Сумская 15. Чтобы было понятно, где была квартира, а где была загородная дача, mm -hmm. да, дворец бракосочетания. И вот революция, гражданская война, причем его знали даже там ну, Ленин, не Ленин, но первый эшелон вот как бы... Ну, рубская На Наверняка. Короче говоря, проходят все эти годы гражданской войны, 20-е годы, военный коммунизм, конец 30-х годов. Сансанович выходит со стульчиком на Сумскую, ставит стульчик во дворике дома Саламандры, садится на него и смотрит, как мимо него проходят люди по Сумской. Рядом находится наркомат внутренних дел, противные органы власти и так далее. Кто-то из харьковчан со стажем, старожилов, его узнавали, говорит, сансан, что вы здесь делаете? Ведь здесь кругом большевики, вас же сейчас прямо арестуют и расстреляют. Он говорит, молодой человек, они прекрасно знают, что я здесь сижу. Я им не интересен. Это была моя сокровенная мечта. И в годы моей яркой, бурной деятельности, когда я там, был богат, знаменитый, славен, я мечтал о том, что потом я могу сесть на Сумской и смотреть, как жизнь проходит мимо меня. И вот когда речь идет о просмотрах этих роликов, я понимаю, что сейчас для меня идеальное счастливое время. Как ни странно, война. Потому что я могу увидеть настоящую жизнь из эпицентра ее, как Сансана Саныч но ну, не сесть на стульчик, но с оператором ездить по городу и встречаться с настоящими людьми. И не важно, сколько будет просмотров, и вообще будет ли это публиковаться. Важно, что я это могу видеть и наблюдать. Это мечта не созерцания, а именно вот как наблюдателя вот явлений, жизни, о которых можно было мечтать, и в то же время можно было проклинать возможность жить в эпоху перемен, как говорили китайцы. Поэтому я на самом деле сам себя проклял когда-то, я на одной из экскурсий своих давным-давно говорил, вот и как бы, если я могу бы помечтать о своей дальнейшей жизни, я бы мечтал бы, чтобы быть как Сан Саныч Юзефович. Вот сейчас я, блин, попал в эту ситуацию, у меня такое ощущение. Поэтому плевать на количество просмотров, главное, чтобы процесс шел дальше. Переходим к видеосюжету. Нет? У меня вопрос. Давай. Обратно в ракушку не хочется? Мы с тобой это Ведь просто... стало опасней. В каком смысле опасней? Ну, небезопасно. Ты начал ездить по городу, ты начал ходить в бронежилет, слава богу. Ты находишься на объектах, которые могут быть под обстрелами. Ракушка, о которой ты говоришь, это же не из-за опасности, не из-за всего этого дела. Ракушка из-за этого... Это ракушка, как это, это изучение всего внутреннего состояния. Поэтому, конечно, я туда хочу, но при этом ездя и видя, и смотря по сторонам. Макс. Я разведчик. Макс, а я, знаю, жизнь? я знаю, что наш эфир смотрит твоя мама. Давай. Я хочу, чтобы на вопрос, сын, ты в шапке или не в шапке, ты шапку одел или нет, звучал на выездах, в съемках сюжетов, мама, не волнуйся, я в шапочке. Это тебе. Спасибо, с возвратом. Нет, нет, во временное пользование. Хорошо. Да. Спасибо. Когда разведчик должен быть в каске, разведчики. Не 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 стоп, стоп. Надеть. не надо. пресса по правилам, да, если хочешь. Пресса должна быть максимально обезопасена. Бронежилет теперь есть, теперь есть еще и шлем пресса. А, я посижу так, вот с ним на, ты на ее. голову. Я кажется, у нас просто Но, чуть -чуть, знаешь, это иногда выглядит как настолько комично, когда представитель прессы, там, например, вот у нас будет сюжет, попадает в больницу внутрь и в бронежилете, а тут врачи, пациенты, все как бы без всякой этой защиты как бы объяснить то, что надо как-то разоблачиться сложно, но тем не менее это действительно это не прихоть, это необходимые меры безопасности. Да, дружище, по поводу комичности я сказал, я бы сказал, позволил бы себе комментарий, уж лучше представители прессы, находясь в бронежилете, выглядят комично в госпитале, чем выглядят преступно в Казкие пресса, э, стреляя из крупнокалиберных пулеметов по месту расположения украинских военных, как это было в аэропорту. Рашка, привет, ждите. Угу. Идем дальше. Я предлагаю, как это, вот эти околосюжетные разговоры прекратить и перейти, собственно говоря, к видеосюжету. Харьков, Оригинал Фильм Commission. мы продолжаем вести рубрику Харьков город героев. И у нас уже был один сюжет, посвященный улице Мироносецкой, улице герою. Есть районы, целые районы в Харькове, которые можно было бы тоже назвать районами геро героями. Это Северная Салтовка, это Пятихатки, это поселок Жуковского. Но сегодняшний наш сюжет, даже если он получится очень небольшим, коротким, я бы посвятил одному единственному дому на поселке Жуковского, на жуках, как он называется, дом, у которого есть такое признанное прозвище, название, новый такой топоним для местных жителей, понятный. Этот дом называется шоколадка. Вот этот дом. Этот дом получил свое такое прозвище, шоколадка по характерной отделке внешней отделки своих фасадов. У него еще есть такая особенность. Во-первых, он не очень типовой, в отличие от соседних всех домов. У него такая позднего советского периода архитектура с затеями. Но самая главная его особенность прежних времен, и в то же время это и стало причиной его вот таких э, драматических событий в последние месяцы, то, что он расположен перед большим-большим-большим открытым пространством, полем. И он простреливался, как нам сказали местные жители, с трех сторон, с трех российской артиллерии российской авиации и поэтому этот дом буквально как бы такой свидетель всех обстрелов всех разрушений которые он принял на себя буквально являясь как бы таким ну нищетом ну фактически ширмой для для пространства поселка жуковского за своей спиной проходя вдоль фасада всего этого дома ты просто видишь вот как бы следы каждого такого прилета дальше через поле в одну сторону находится одна из самых известных школ в городе Харькове, школа гимназия «Очаг», которая тоже, кстати говоря, получила свою порцию яда, получила свою порцию обстрелов, а в другую сторону известная Харьковская Швейцария, такой горнолыжный курорт, который хорошо знают многие харьковчане, любители скейтбординга, лыж. И вот это как бы такая экологическое пространство, открытое большое поле перед ним, зеленое теперь поле, чуть с цветущими ромашками, цветущими одуванчиками, оно стало, собственно говоря, виновником того, что фасад этого дома, открытый этому прекрасному горизонту, краевыду, он принял на себя все основные удары. Здесь есть части, которые буквально не просто выбиты окна, проломлены, стены, обвалились балконы, а прямо вот как бы отсутствует целая секция этого дома. И как нам сказали, вот сейчас, когда мы сюда приехали, есть план, по крайней мере, верхние этажи этого дома демонтировать ввиду угрозы обрушения плит, которые здесь находятся. Нам рассказали такую историю. Молодой человек, живя в этом доме, в своей квартире, он ночуя в коридоре, в случае там возгорания, с баночками выбегал, тушил, заливал, значит, водой эти возгорание, и как бы продолжал находиться вот в этом самом обстреливаемом месте. Но сейчас, когда мы уже приехали, поскольку уже с недели две в Харькове относительно обманчиво, честно говоря, о чем свидетельствуют и видимые отсюда дымы на горизонте, и явно идет бой, и звуки этого боя сюда доносятся, начали возвращаться люди. И когда мы подъехали и подошли Подъездом этого дома шоколадки. Напомню, как он называется. Мы обнаружили одного из местных жителей Антона, который, собственно говоря, провел нам экскурсию в свою квартиру и показал нам вот как бы что стало, что в результате он увидел, вернувшись в свой дом, свой город, свою квартиру после того, как его не было несколько месяцев в Харькове. Началось утром рано. Проснулся от взрывов. Вот, посмотрел на горизонт. Горизонт был весь красный. Сказал не собирайся. Взяли детей, вещи, прыгнули. Поехали. Вот, быстро. Ну, быстро все происходило. Маму забрали, она уже в этом доме живет. Ну, хотели переехать речку Днепра, но ну, не знали, что с мостами будет. Добирались до Западной Украины почти неделю, устали очень. Поселились сначала у знакомых в Волынской области. Два месяца там прожили, поняли, что это надолго, надо детей там определять в школу, в садик. Вот. Переехали во Львов. Сюда приехал знакомый за вещами, увидел технику, сказал, что дом собираются сносить. Ну, <coughs> решил приехать, какие-то вещи забрать, фотографии. Дом достаточно долго вот, был, ос без особых повреждений. Вот, а не помню уже какого числа, прилетела, был пожар. Вот подо мной на 11 этаже там женщина лежащая, она загорела. Я понял, что квартиры нет, нужно как-то что-то делать. Дом планируют разбирать. Но если будут разбирать, это, естественно, все вещи, все, что тут есть, пропадет. Поэтому приехал забрать. Мама уцелела, да, даже <laughs>, окна целые, вот. Ну, там, как бы, однокомнатная квартира, мы пять человек не, не сможем никак там жить. Ну, и в ближайшее время школы и садики разрушены, поэтому мы пока планируем где-то на западной остаться. Ну, во Львове, скорее всего, там уже договорились за садик. Приехал два дня назад. Под особыми обстрелами еще не очень много жил. Местные уже привыкали. Мне, конечно, каждый хлопок <laughs> я немного пугаюсь, вот. А местные уже различают, где свои стреляют, где чужие стреляют. Вот. Ночуем в подвале, в спортзале, там вот вчера и очень и позавчера гремело так, да, что стены тряслись, поэтому местные говорят, что это тихо, я имею в виду местные те, кто с начала войны здесь живут, но для меня громко. Снимая для Харьков Regional Фильм Commission наши сюжеты в проекте «Харьков Now» — «Город героев», мы так или иначе ставили каждый раз для себя задачу, о чем эта история. Или проверено мин нет, или, например, о том, как можно возродить что-либо разрушенное в Харькове сейчас, потому что когда-то это уже было возрождено и так далее. Сегодняшняя наша история, на мой взгляд, такой прямой цели себе не ставит. И это в то же время и не является просто вот отображением отдельно взятого дома, вот этого дома шоколадки, его последствий для него после этих двух с половиной месяцев войны, боев и обстрелов. Нет, мне кажется, тут история в другом. Лично я, пока мы здесь ходили, фотографировали, снимали, разговаривали с Антоном, вообще просто осматривали все это пространство, я для себя не могу определить вот как бы свое отношение. Мы говорили с одним очень хорошим врачом и психиатром, и он сказал такую фразу, нам всем после войны очень-очень сильно понадобится психологическая, иногда даже психиатрическая помощь. Мы находимся в состоянии растерянности до сих пор. Это уже не та растерянность, которая была в самом начале войны, это растерянность вот увиденного, это та эмоция, которую ты понимаешь, когда уже, в общем-то, ты можешь осмотреться и увидеть результат происходившего. На это нужно время, на это нужно осмысление. И вот сейчас, мне кажется, это время начинается, поэтому у меня нет ответов, у меня нет выводов, у меня есть только состояние вот как бы такой растерянной задумчивости. Об этом эта история. Да, тут, э, ты понимаешь, как это мы говорили о синергии, да? Мы, я не потому, что это мистик какой-то, но я э, абсолютно четко на протяжении жизни и за дни, а уже там недели, месяцы войны в очередной раз убеждаюсь в правильности э, и существовании, и быстроте работы законов Вселенной. Я не знаю, это произошло сознательно или нет, но в кадре только что был мой дом, но в кадре только что я видел свою квартиру, из которой я уехал в 2000, дай бы, памяти, в 2008 году. Но, вот твоя финальная фраза, вот состояние задумчивости, да? Ну, растерянной задумчивости. Растерянной задумчивости, да. Вот она вот это наиболее правильное описание того состояния, в которое меня погрузил этот твой сюжет. Спасибо огромное. Ты знаешь, я когда... Ну, вообще, как бы история получилась случайной, потому что у нас должно, мы должны были, ну, ты знаешь, мы должны были от одной съемки переехать на другую, и там как бы затягивалось, и так, в конце концов, оно и не разрешилось, вторая эта съемка. И я говорю, давайте поедем, этому дому к шоколадке на астрономическую... Ну для тех, кто не знает, да, это улица астрономическая, это поселок Жуковского, тут уже можно называть. Время прошло, это адрес конкретный, астрономическая 35. И отдельная история, каким образом гидростроители допустили существование. Да. И буквы, и в названии дома шоколадка. Он называется, потому что он вот такого вот коричневого уже выгоревшего света. По одной из легенд, Макс, прошу тебя, Макс, поправить, если я не да. прав, это вообще э, проект дома, который строился в свое время, под, либо военных либо ветеранов военных, а шоколадка именно коричневый и вот это вот вы обратили внимание такие некие балконы это не балконы mm -hmm. это лестничные пролеты выходящие наружу и с одной стороны, по ним невозможно ходить зимой, если не работает лифт пешком, потому что ты постоянно идешь через снег или дождь. Mm -hmm. вот. А с другой стороны, по одной из версий, может быть, я прошу изучить тему, Это вообще дом, который планировался для постройки где-то э, в Казахстане, там, чуть ли не в неком там, звездном городке, для... и предполагался по проекту как дом, который не предполагает зим. А потом его там то ли разобрали, собрали у нас, то ли просто построили это. Ну, это жилье для военных, mm -hmm. значит, вот, такая, вот такой вот проект, это самое. Шоколадка. Да. Ну, вот. и этот дом, на самом деле, он отличается от очень многих других. По проекту, там да, проект да, другой. Он, он, он вот такой нетипичный, не характерный. у него ну, с затеями, я там, сюжеты так это и обозвал с затеями, с архитектурной точки зрения. У него есть особое расположение, о чем мы сейчас поговорим, но э, вообще идея поехать туда возникла, вот я же говорю, это буквально была пауза между съемками сюжета, чтобы не терять время, мы решили, раз мы уже на поселке Жаковского, поехать его снять. Когда ну, оттуда под... открывается шикарный панорамный вид. И поэтому... Идея была такая: мы снимали в пожарной части, об этом будет отдельный у нас эфир, отдельный сюжет, і в частині Державной службы надзвичайного стану ситуации, и начальник, очільник ДСНС Державної служби надзвичайного стану Київського району героем был нашей іншої передачі, іншого сюжету, він розповідає, ну когда человек рассказывает, прямо вот. не представляете, мы к этой шоколадке несколько раз выезжали на, на тушение пожаров, и один какой-то сумасшедший человек там прямо живет в это все время со всеми обстрелами. Говорит, пустой дом, он всех оттуда уехали, а он прямо там живет. И он говорит, ты как тут делаешь? А у него рядом вот это все сгорело. Он говорит, да я как, я выхожу баночками заливаю, когда оно горит, и все, и дальше здесь Ну я в коридоре сижу, потому что когда обстрел, как бы правило, жду к стен. И эти ребята, у которых, извините, железные, стальные яйца, пожарные, они на него смотрят, и говорят, если у нас остальные, то какие же у тебя вообще? Как, бы, как Термин прозвучал в эфире из уст Коли Серьга, но угу. он очень отрезонировал, он написывая пацанов, которые возвращаются с передка, он говорит: ребята, у которых седые яйца. Понимаешь? Вот, вот, да. да. И мне, мы решили: надо ехать, значит, ну, найдем, не найдем этого парня, ну, хоть посмотреть, как бы на это вот такое вот своими собственными глазами, а дальше уже вот то, что ты говоришь, потому что красиво вид открывается, ужасно, mm -hmm. потому что он как бы так выглядит. И я тут, ну как, ты бы сделал такое уточнение по поводу... У меня много уточнений по этому сюжету, я могу, если ты позволишь. Да, конечно. Ну, для тех, кто не понял, это сквозной пролет, то есть там есть вход в дом и выход, то есть это сквозной пролет. Более того, один из участников команды «Люди в белом» Хаи, его квартира находится в этом подъезде. Более того, она находится под этим пролетом. Я слава богу, слава богу, они семью эвакуировались, они находились не в доме на тот момент. Но он рассказал еще одну историю о том, как всеми силами в этой ситуации сквозного пролета оказалась следующая картина: когда живой человек оказался в горящем доме, в заблокированной квартире с бронированной дверью и уже герои. Державные службы надсвязных ситуаций э, превозмогая все боролись за жизнь человека, находящегося в квартире над прилетом. Его спасли, слава богу, э, все хорошо. Но это опять же призыв ко всем, кто сейчас находится в Харькове, особенно к тем, кто в Харьков приехал. Да, действительно, мы хотим уже быть, э, находиться внутренне ментально, физически, географически дома в Харькове. Да, мы дома в Харькове, но... Идет война. Но Харьков, как Макс выразился, является фронтиром. Украина является по сути европейским фронтиром, Харьков является украинским фронтиром. То есть то, что происходит впереди, и, к сожалению, пока еще... У расистов достаточно боеприпасов, дальность полета и пуска которых, потому что, напоминаю, даже с Белгородской области, не заходя на территорию Украины, стартуют ракеты, которые прилетают на северную Салтовку, которые могут прилететь куда угодно. И в центр города прилета недавно этому свидетельствовать. Поэтому, если есть воздушная тревога, пожалуйста, соблюдайте безопасность и находитесь в бомбу сховых чах. Дякую. Макс. Я еще хотел прокомментировать вот то, что буквально ты сейчас сказал. Это имеет непосредственное отношение к сюжету, то, что сейчас было в кадре, потому что вот этот герой наш, Антон, я же говорил, что это не о доме, а о человеке. Герой. Он, на первый взгляд, ничего такого героического вот как бы нет, да, они уехали в первый день, 24 февраля, двое детей маленьких, мама Антона, жена, вот они уехали на Западную Украину. И он как бы он озвучивает это, что он приехал буквально за два дня до того, как мы его встретили и снимали сюжет потому что пошла информация по домовому чату, что дом будут сносить, но ну, какие-то личные вещи хоть какие-то спасти. И вот, знаете, знаешь, у него, во-первых, как мы с ним познакомились, то есть мы идем, вот, снимаем, осматриваемся, он нам сам выходит на встречу, говорит, да хотите подняться в квартиру, я вам экскурсию? И в его взгляде, ну, я бы не сказал, что виноватость какая-то есть, но вот ощущение такое, что, ну, что ж, я ж, я ж меня ж тут не было, а вот, вот есть настоящие те, кто здесь находились все это время – и он, когда говорит, что были, было шумно этой ночью, он говорит, ну, может, мне шумно показалось, потому что местные говорят, что а, это не шумно, это как бы... Я говорю, а, Антон, было шумно. Они над вами просто издеваются, они просто бравируют свои. Но это очень важное, на самом деле, вот, уточнение, то, что ты сейчас говорил. Потому что действительно люди начинают возвращаться. А, во-первых, это как бы... И это и хорошо, это с одной хорошо стороны. стороны. Но а вот это вот ощущение возвращения оно должно быть ответственным потому что э, вот первая реакция эйфории что их отодвинули отодвинули и честно тебе сказать мы поехали на эту съемку буквально на следующий день после прилета э, Начкалова в пожарную часть на поселок ну Жуков. там ИХИ задело ИХИ задело и, да. и как бы и масса была такой реакции у приехавших, успевших вернуться, говорит: подождите, вы же нам сказали, что все в порядке, что mm -hmm. можно возвращаться, что их отбросили, уже они практически на границе. Откуда же это? И вот это момент. А то, что во Львов прилетает, их не смущает. Это момент mm -hmm. очень важный, потому что за эти месяцы. Вот, вот это положение, как, а мы тут местные, как бы, ветераны, мы вам сейчас вот это, мы уже на это не обращаем внимания. С другой стороны, у нас, в общем-то, уже выработалось. Ну, условно говоря, правила поведения, этика даже. Э, нахождение в военном городе. Mm -hmm. Люди, которые не находились в это время, конечно, им надо возвращаться, но они пройдем, должны пройти некий инструктаж по возвращению. Даже в плане, ну, не просто безопасности, даже этики. Ну, например, когда вы видите патрули военных, тероборону, эти люди шуток не понимают. Mm -hmm. не, нет, шутить. не надо с ними шутить. Не надо, как это, производить громкие звуки. Даже полушутя. Потому что здесь на них реагируют однозначно люди, угу. которые здесь находились. После наступления комендантского часа, кроме того, что Соблюдайте комендантский час, вот это вот, а я тут дорогу перебеду. Не, Не надо. надо шуметь после наступления комендантского часа. Включать громкую музыку после комендантского Свет часа. В Свет счете. в конечном счете. Потому что это... Правила поведения, которые у нас, которые находились здесь, я сейчас не хочу проводить эту грань, я наоборот хочу как бы помочь тем людям, которые возвращаются. Здесь нет никакой грани, мы просто говорим, что существуют правила, они может быть пока, их нужно эти формализировать, правила, и этика, да. эти правила страхом, кровью трагедиями, наработаны за это время. Как говорится, когда правила техники безопасности написаны да. кровью. Поэтому вот в этой истории Антона, этого парня, который вернулся буквально на несколько дней, вот в его реакцию вот, вот этой растерянности, я как бы приехал в свою квартиру, в свой дом, и я чувствую, что я не совсем могу найти общий язык со своими соседями, которые здесь находились, я как бы, я перестал быть местным здесь. Это очень важный момент, очень важный месседж, который я хотел бы сейчас ну вот так вот сообщить, потому что нужно отдавать отчет себе, отдавать себе отчет о том, что нужно войти в эту жизнь, нужно научиться, Не вернувшись вы как бы почувствуете, что вам надо как бы заново, извините, учиться пользоваться этим городом. Он, Я, он можно да? как, даже это, это наверное, чуть-чуть ремарка. Войдя в эту жизнь в первую очередь нужно понять, что эта жизнь другая. Вы никогда не вернетесь в Харьков до 24 февраля и в правила жизни до 24 февраля. Они изменились, они наработаны, как Максим сказал, большой дорогой ценой. И этим правилам вначале нужно их изучить, а потом им следовать. Тут опять же работает принцип мотоциклистов. Помните, да, мотоциклисты бывают двух видов. Смелые и взрослые. Взрослых смелых не бывают. Поэтому мы все взрослые люди, поэтому храните себя. И еще раз я уже как автомобилист с опытом хочу обратиться ко всем автомобилистам, которые приехали. Слава Богу, возвращается город Харьков. Но, друзья, у нас по городу, который сейчас держит оборону, огромное количество спецтехники, спецтранспорта, военного транспорта, скорых помощи и машин ДСНС, которые должны моментально из одного конца города, переместиться в другой конец города. Если вы видите, что вам едут машина сзади догоняет с включенным светом, сиреной, либо просто военная машина, максимально содействуйте ее прохождению. Не нужно делать пробки, если это случается, до блокпоста. Остановитесь, пропустите машину. Это тоже помощь. Оказывайте, пожалуйста, помощь защитникам нашего города. Двинулись дальше. Я хотел в конце нашего сегодняшнего эфира... Во-первых, показать фотографии этой же, этого же самого Давай дома, да. и пока сейчас они будут выведены на экран, прокомментировать буквально. Вот, mm -hmm. вот да, за, давайте она. зафиксируем эту фотографию. Я давным-давно, как архитектор, как художник, мне в голове вот этот дом рисовался, то есть не mm -hmm. конкретно этот, а вот некий как образ. Да. Третий подъезд, шестой этаж, справа это моя квартира. Ты не хочешь опять перепродать свою же квартиру? Нет, это Но На самом деле, о чем идет речь? Это дом, который буквально не просто на краю города, а вот как у Селлинджера, над пропастью Воржи. Это дом, за которым уже... Это уже не Харьков. Вот это вот на переднем плане поляна, да, поле такое. Ты мне сам сказал, что это... Это не поле, поле. да, это полигон. Это полигон военный. За ним... Бывший. 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 За это, ним это, это собственность Министерства Воры. Огромное вот это пространство, пустое. Полигон, поле, поляна. Склон... Там какая-то посадка, и там уже дальше окружная дорога, и это уже не Харьков. И, кладбище, и почему кстати. он, собственно говоря, этот дом так принял на себя все эти удары? Потому что, как нам объяснили пожарные работники службы над ситуациях. Да, он с трех точек простреливался российской артиллерией и принял на себя этот удар. И вот если мы с тобой говорили как об образе Харькова, как о фронтире Украины, Украина фронтир Европы то этот дом для меня это не фронтир, это форпост, потому что uh -huh. он буквально на краю города. Это вот дом, перед которым дальше вот поля, и уже оттуда, и вот эти балкончики, о которых ты говорил, оттуда видны, собственно мы видели в этот момент бой, который проходил там в Липцах. То есть оттуда оно видно, потому что очень потрясающий обзор. но ну, В таких ситуациях он а, имеет особое смысл, особое значение, этот обзор. И этот дом действительно это вот как крепостная, ну даже не стена, а вот как бы вот форпост, mm -hmm. вот он носит этот образ. И то, что он даже вот то, что ты сказал, что у него архитектура такая необычная, какая-то военная, он для военных. Он строился. для военных строился, да? Да, вот в этом вот есть, знаешь, как нахождение этого образа. И даже в каком-то смысле это, конечно, не сработало, потому что мы все-таки не в средневековье живем, но это как получилось крепостная стена, потому что буквально за ним находится квартал, за ним находятся другие жилые дома. И он принимая на себя весь этот удар, он он не смог защитить, он не смог закрыть, но все равно он стоял лицом ко всем. Ну, Я прошу можно... прощения. Он смог защитить, но можно видны еще раны. Фотографии. Но видны раны. Вот как раз здесь наглядно видно, угу. что за ним кедом до дома, да, 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 был, да, за да. ним он как бы был под его прикрытием. И но... Вот это ощущение вот за ним как это, как у льва Косиля, Место, где Земля закругляется, то есть за ним угу. уже все, это уже дальше граница Харькова. А Это такой очень сильный образ, и поэтому, если бы я назвал э, этот сюжет «Шоколадка Форпост», потому что, ну вот, казалось бы, у вот такого, ну, мирного, даже мимишного названия дома прозвища «Шоколадка» оказалась вот такая вот трагическая и в то же время, ну, как бы, угу. такая гордая миссия. Ну, можно еще пару фотографий просто. Угу. На общем плане у меня своя ассоциация, ну, во-первых, как человека, который в этом доме жил и несколько лет его наблюдал. А вот только теперь, после вот этого в этом контексте, у меня ассоциация сейчас э, с именно сериалом Игры престолов. Если ты помнишь, там была да, стена, стена, которая отделяла. Вот э, та же миссия. Ну, и вы... очень похожа по вертикалям. Ну, по вот это стена, за которой уже как это. Цивилизованный мир. Ты понимаешь, грустно, что по ту сторону стены, это же тоже наша земля. Это же... А почему тебе грустно от этого? Потому что они были оккупированы, потому что оттуда по этому дому, по этой стене били, потому что мы должны были отвечать, чтобы выбить их оттуда, а это же наши, наши. И получается, что те, кто находится по ту сторону форпоста, они оказались как бы фактически в заложниках этой ситуации. От этого мне грустно. Потому что дергачи, липцы, циркуны ⁇ это наши села, это наши люди, это наши друзья, родственники, близкие. И они оказались вот... Тут, знаешь, даже не столько игра престолов, сколько властелин колец, когда есть один форпост. Орки врываются в этот э, форпост, они держат как могут оборону, потом перебегают через мост, прячутся uh -huh. под стены главной крепости, а этот вот форпост, он уже занят врагом, и все, кто там оказались, они убиты, уничтожены, изнасилованы, растерзаны. И вот грустно от того, что по ту сторону стены, по ту сторону форпоста, все равно же мы, наши люди. Просто люди. Вот такая история. Люди, жители. Города Кероїв Харків. Люди, мешканці края героїв Харківщина. Люди, громадяни України. Ти знаєш, мені надійшло, надійшло такий вислів. Можемо з тобою його обговорити. Україна там, де воля, а воля там, де Україна. На твою думку, як? Ну, це тема дуже велика, на мою думку, так. А це тема дуже великої розмови. Я б цю тему е, залишив на потім, щоб це, е, про це поспілкуватися. Тому що коли я озвучив там десь серед серйозних людей. Е, до речі, як і ми це обговорили з Максимом Житко, з психологом uh -huh. нашим, е, про теорію фронтіра, він каже, потрібна ще цінностна якість у цього всього. Фронтір заради чого? Його воля. Все? Навіть воля. не свобода, а воля. Сама воля, воля то, то, способність, тому, тому що слово воно... воля, воно інше. Воно не свобода, і навіть не фрідом, саме воля, вона і спонукає до чогось. Mm -hmm. Я колись перший маршрут екскурсійний Харковом є свобода. Він починає з цього: свобода від або свобода для. Так, от, якщо перекладати українською, свобода від або воля. Для, для того, щоб щось, угу. щось створити. Тому що ну, незалежність це дуже важлива е, умова, але це не вичерпна умова. Має бути що воля до чогось, і воля краще підходить до цього. І головна цінність е, взагалі фронтіру, це саме воля, а не безволля. А ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Чекайте на нові сюжети з Максом Розенфельдом вже у шапці. Так, я сподіваюся, що вони будуть дійсно розвеселими. а не лише не трагічними. Для того, щоб всі посміхнулися, Я просто благаю. Давай. вдягни шолом. Гаразд. Задля цього мені не шкода нічого. А, крупний план. Подивись і скажи «Добраніч». Добраніч, любі друзі.